Привет, друзья. 20:22, почти половина девятого. Никто мне не верит, что в природе происходят странные изменения. Сейчас довольно уже серо. Вот я вам показываю, это Лондон. На липе появились завязи цветов. Я думаю, что неделя-две липа начнет цвести. Повторяю, сейчас 15 мая. В природе происходят странные изменения. Это подтверждает, что космические энергии свалились на Землю с усиленной скоростью. Вот это напротив платан. Если сейчас найду молодой платан, на платане появились такие орешки колючие. Но они как бы волоски орех. То есть в природе происходят колоссальные изменения, которые обычный человек не замечает. Но теперь показываю вам Луну. Вот она всходит, еще не полнолуние, 19 мая. Можете обращать внимание в своих местах, так называемая будет голубая луна, Blue Moon. Это очень редкое явление, которое связано с загрязнением атмосферы. Но в этом году Blue Moon, которая не очень часто бывает, раз в два года, это связано с солнечными и другими космическими энергиями, которые окружают нас. А мы живем в пространстве, как рыбы в воде. Рыбы живут в воде, они даже не замечают, что они в ней плавают. Им кажется что-то свое, а мы живем в воздушной среде, которая окружает нас, и те изменения, которые происходят вокруг нас, они показывают нам, что в природе, в окружающих нас среде происходят космические изменения, то есть энергией накачивается все пространство, и это тревожные сигналы. Сейчас вам показываю фиговое дерево. В Лондоне, когда теплая погода, фиги созревают и довольно вкусные, небольшие по размеру, иногда бывают очень крупные, но они бывают намного-намного позже. Сейчас я вам показываю, что фрукты в половину своего размера. И те маловеры, которые думают, что все идет своим чередом, что там люди что-то меняют, ни хрена подобного, это космические энергии меняют окружающее пространство и вносят люди в головы частоты, на которые они ведутся и поступают тем или иным образом. Сейчас показываю другое липовое дерево. Здесь чуть мельче цветы, но они появились. Вряд ли на этом видео видно. У кого есть возможность увеличения, да. То есть это очень и очень рано, поэтому крепитесь, друзья, изменения грядут не по воле человеческой, а по воле неба. С вами канал Голубая Константин Первый. Бай!